Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить мод Камнезии под названием What's Beneath the Truth, ну а на русском, что находится под правдой. Ну что, дорогие друзья, продолжаем мы с вами проходить довольно-таки странный мод, и сейчас мы с вами отправляемся в архивы, где хранится старая литература. И вот смотрите, на первый взгляд смотрится все довольно-таки спокойно, красиво, хорошо. Но давайте вспомним предыдущую серию. Вроде как стоит масло. Возьми, попробуй. А вот на тебе и скример. И вот так же может быть и здесь. Смотрится спокойно, а на самом деле за этим спокойствием скрывается скример. Скример 100%, блин. Давайте попробуем. Я, конечно, чувствую, какая-то здесь подлянка будет, чуть за дым сквозь стены. Там чё, что ли, курит за стеной кто-то? Ага. Скример? Я готов. Ну и чё ты стоишь, чё ты меня смотришь? Чё тебе надо? Я, по идее, должен был в него врезаться, раз он тут остановился. Ладно, хрен с тобой. Эта дверь заблокирована. Мудак странный. Ладно. Призраков нам тут еще не хватало. Опа! Здорово, мужики! Чё стоим, кого ждем? Ленин, здорово, как дела? Давненько тебя не видел, как говорится. Так, это значит, у нас старая литература тут хранится. Это что за букварь? Ну, кто хочет, прочитает. Опа. А за вот этой книжной полкой проход, походу, какой-то. Или что это вот это? Да, такое чувство, что это люк какой-то в стене. Вот это поворот. А как мне отодвинуть эту книжную полку, а? А ну, мужики, своими проблемами рассказывайте. Как отодвинуть? Чего, его трогать можно? Так все было спокойно сейчас. Музыка что-то запела. Кто палку вставил в дверь? Заклинило. Так в долбани молотком по палке и все. В чем проблема? Ух, ни хрена себе. Реально какие-то архивы. Так, это надо в MyFun тот вставить, да? Ну да, тут написано музыка performance by the thief. Как-то так читается это. А я, по идее, должен найти какую-то секретную кнопку, что ли? Опа, снимается. А за картиной ничего не оказалось, блин. А жаль. Здесь по-любому где-то должна быть секретная кнопка, чтобы отодвинуть вот эту книжную полку. Это ты закашлял? Или еще здесь кто-то есть? Ну, по-моему, это наш главный герой, ни с того ни с сего закашлял. Хотя здесь дым какой-то, вот смотрите. Странно очень. Так, походу вот эту... Да, можно снять. И тут у нас масло. Зелье рассудка, он же отрезвин, как говорится. Это, блин, разработчики, напомню, изменили, блин, перевод. Да хорош! Отодвинь ты это бревно, это грёбаное, эту балку. Я не могу трутницу взять, и там ключ, по-моему. Только ведро убери. Кто тут ведро вообще хранил? Библию кто-то хранил. Ну, Библия, ладно, еще. Письмецо. Кто хочет прочитать это. И все! Здесь больше ничего и нету. Что такое? Кто-то там надо мной пляшет. Ну, по звукам это курильщик. Тот самый дружбан, как говорится. Так, блин, что-то непонятно. Нужно как-то открыть вот эту книжную полку. Я что-то упустил явно. Давайте внимательно все осмотрим. Убери картину. Где-то должна быть секретная кнопка. Опа! Я же говорю, где-то должна быть секретная кнопка. Вы меня не обдурите. Я столько лет играю в Амнезию. И знаю, блин. Все ваши секреты. И что тут? А, я не могу открыть. Ты угораешь, что ли? Ну и гламушт. Это здесь не поможет. Ты угораешь, что ли? Отверткой поковыряй. Это здесь не поможет. А нахрена тогда я отодвигал? Видимо, ключ теперь нужно найти. А где мне его взять?
Дверь заблокирована. Интересно, девки пляшут. Давайте в эту сторону сходим. Здесь у нас какие-то каталоги. Насколько я помню, в предыдущей серии вот эта дверь была закрыта. Это каким магическим образом эта дверь открылась? Блин, у меня масла нет. Замечательно. Здесь вообще ничего не видно. О, сердечко забилось у нашего главного героя. Да хорош, что ты срёшься-то? Всё нормально. Ещё ничего не произошло. Чё такое? А чё это такое? Чё ты обосрался? Дверь закрыта. Ну и что? Долбани молотком. Это здесь не поможет. Поковыряйся. И Клой тоже не поможет. Ну ладно. Хрен с ним. Ключ, значит, нужен. Опять он ногти грызёт. Когда ты уже... Бросишь эту привычку. Грызть ногти. О, перестал грызть. Нормально. Он меня прям услышал, говорит, ладно, все, больше не буду. Это действительно тупо. Чё? Чё произошло? Ползи давай! Там, по-моему, кто-то припёрся. Ну да, сюда кто-то идет. Ну давайте посидим, давайте подождем. Я пока чайку попью. Не смотри. А то еще обосрешься, он услышит, что ты нам обосрался по звуку и все. Чего он приперся? Чего ему надо? А, у нас масло есть. Я вас обманывал. Я просто невнимательный. Хотя откуда масло? Вроде как в предыдущей серии мы. Находили масло. Но та бабка старая не давала взять это масло. Специально пугала и отбирала. Так, давайте отрезвинчику. Выпьем и попробуем пройти через него. Он ведь сломал дверь, которая была под замком, насколько я понимаю. О, он уходит. Беги. Не-не-не-не-не, ты меня не слышал, иди в жопу. Ух, япона, мать. На две решетки закрывается. Ты угораешь, что ли? Он, походу, сейчас сюда придет. И тут замок. Повсюду замки, блин. Так, здорово, рыцари. Чего? Вы корову охраняете? Ну, это, конечно, круто. Голова, мастер. Ну хэд, ведь голова как переводится. Что он сказал? Тут не совсем понятно. А, походу нужно сломать доски. В смысле? Это здесь не поможет? Как? С первого раза, блин, не получилось, со второго получилось. Это что за магия? Сначала он решил сказать, что это здесь не поможет. Опа. Здесь, походу, нужно выдвигать. Вот эти вот секретные книжки искать. Так, ну-ка тогда давай лампу зажгем, чтобы я ничего не пропустил. Не знаю, конечно, для чего я их выдвигаю. Значит, что-то секретное, наверное, я открою. Сколько я книг должен найти таких? Он сюда идет. Ваша мать. Все, открыли что-то. Бежим. Как закрыто? Игла, нет. Отвертка, нет. Ни хрена нет. Блин, здесь где-то ключ, значит. Твою ж налево. А что я тогда открыл? Отсюда мы пришли, да? За эту дверь как раз мудак ходит. Он сейчас сломает дверь. Почему та дверь закрыта, если я использовал у нее молоток? Он доски сломал. Я должен был туда пройти. Может, я, конечно, двери перепутал все-таки. Может быть, я должен сюда идти? По-моему, за эту дверь мудак.
Ты за дверью, да? Ну да. Именно вон там. Ну, по-моему, что-то насилуют, как валуют по звукам. Надо будет проверить. А, но почему закрыто-то? Ёжество налево. Давай еще раз. Это здесь не поможет. Отвертку, иглу я пробовал. Вот эти книжки я выдвинул. Зачем, вопрос? Зачем я выдвинул книги, если ничего, по сути, не открылось? Нет, что-то не подсказывает, где-то я ключ пропустил. Где-то я пропустил ключ. И похоже, я где-то сзади его пропустил. Это хоть убейте. Что делаем? А, это разминка у тебя такая. Смотрите, данный персонаж занимается физкультурой. Руки вперед, наклоны вперед. Что ты делаешь, братан? Он сейчас на меня бросится, конечно. Ну, конечно же, до свидания. Здрасте. О, он продолжает, смотри. Смотрите. Говорит, что ты меня смотришь? Я стесняюсь, дай-ка я спокойно позанимаюсь этим. Обдолбыш. Он пройти ко мне не может. Что ты налево. Так, ладно, мне надо как-то назад попасть. Пофиг, если убьет. Дай уйду. Дай уйду, говорю! Ой, я не уйду, походу, все. Потому что мой главный герой пешком ходит, дебилоид. Итак, друзья, оказывается, я действительно пропустил ключ. Надеюсь, этот мудак ушел. Он находится, в общем, вот тут. Охренеть. Так, используем ключ. Как можно быстрее, а то там мудак уже сюда этот идет. Я надеюсь, на этот раз он не затупит. Опа. И тут какой-то кинжал. Подождите с этим кинжалом. Посмотрим, что у нас тут вообще. В столе. Письмецо. Кто хочет, прочитает. Сундук. В сундуке что у нас? Трутница, и все. Ты угораешь, что ли, разработчик? Как-то бедновато. Ключ. Так, подождите с ключом. По-любому какая-нибудь херня произойдет, как только я его возьму. Так, трутница. Еще одно письмецо. Опять же, кто хочет, прочитает. И, похоже, я понял, для чего мы выдвигали вон те секретные книги. Как только мы их всех... Все книги выдвинули, открылся вот этот сундук. А до этого он был закрыт, видимо. Так, ключ. Хрен пойми от чего, на самом деле. И давайте возьмем кинжал. Тоже непонятно, для чего он вообще нам. Ты чё задвигался, костлявый? Ай, как страшно! Ай, 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 прям вообще я обосрался. Убери лампу, масло тратится, мужик. Убери масло. Ой, это все лампы. И чё? Ни хрена себе, сказал я себе. За это время ты чё, ему успел крышку для гроба типа сделать? Этого же не было. Дичь какая-то. Ладно, отрезвинчику хлебани. И погнали. Этот мудак ушел, надеюсь. Здрасте. Как ваше настроение? А, ты идти сюда не можешь. Может быть, этот ключ от вот этого замка? Это здесь не поможет. Как так? Объясни мне, братан. Как это не поможет? А как мне... Не сперва себе. Ты меня решил ударить. Да я понял, до свидания. Да хлебани ты опиум и беги уже нормально, инвалид, ты старый, почему он пешком идет? О господи, какой же ты дурак, а. А, ну скорее всего этот ключ от люка, я больше чем уверен. Почему он ходит пешком, как инвалид, объясни мне, пожалуйста. За тобой гонится какой-то дебилоид, и ты ходишь пешком. Ну блин, ну где, ты еще подпрыгиваешь, дурак что ли? Просто не с того, не с того подпрыгнул. Нормально. Ну, будем надеяться, что этот ключ подойдет к этому люку. В смысле это здесь не поможет? Second. А куда? Опа. Люк теперь можно открыть. Это как? Он же не открывался. Ни хрена себе секретная комната какая-то. Подозрительно, ключ на веревке. Это скример будет. Это 100%. Сразу можете за тазиком идти.
Вот это хорошо, масло. Отрезвинчик. И трутницы. Ну что, готовы? Как страшно, голый мужик висит. Капец, блин. Страшно бить Валерку повешенного, вот это да. А мужик голый, это наоборот даже смешно. Так, а чё ключ-то? Крипта? Да что ты прыгаешь-то? Чё с тобой происходит, я не пойму. Там сказано, что это ключ от крипты, ну, то есть склеп. И также там было сказано, что склеп находится во дворе. Я тебя прав? Ну да, вот в описании написано, что во дворе находится этот склеп. А двор у нас где был? Давайте посмотрим. Вот тут, по-моему. Точно. Замечательно. Всегда мечтал сходить в склеп. А почему бы и нет? Это нормально. Мы уже столько с вами склепов повидали. Столько модов прошли. И грех, как говорится, в этом моде не сходить еще раз в склеп. А, ну скорее всего вот он этот склеп, потому что дверь была закрыта. Ну-ка. Ну конечно же. Ай, бляха-муха. Главное ожидать сразу скримеров. Опа! Здорово, мужики! Как у вас дела? Прикрываемся, все правильно делаем, не как эти бесстыдники. Вы молодцы, прикрываетесь. О, а чего у вас так много? Здорово, мать. Типа я должен что-то тебе дать, да? Кинжал? Нет, это не подходит. О, здесь кого-то выкопали. Или он сам как-то вырвался на свободу. Понятия не имею, в общем. А что я должен тут найти? Ради чего я сюда пришел? Завал. Что-то как-то подозрительно спокойно. Ты не застревай мне. Повсюду так вот эти статуи, у которых нету... Ну, вы поняли. Ага, сундуки. Сейчас какой-нибудь скример, да? Ленин, здорово! Что я должен найти здесь? Ага. Трутница. Кольцо? Что, простите? Зачем мне кольцо? Мужик, зачем мне кольцо, объясни. Сейчас по-любому какая-нибудь херня произойдет. Чтоб нас просто так отпустили. Не верится прям. Да ладно. Вот это поворот. Очень спокойная гробница получилась. Очень спокойная. Обычно все время там нагнетает, пугает чем-то. А это так... Ничего не было. Зато, блин, нас баба напугала. Не дала масла. Где логика? По идее, вот такой бабы, мне кажется, должны нас были пугать именно в крипте. Так, стоп. Кольцо. Вот сейчас я вообще ничего не... О, тихо. Трудница. Вот сейчас я вообще ничего не понимаю. Куда мне использовать кольцо? А я, походу, понял, куда это использовать ключ. Ну-ка, что тут в описании написано? Есть у меня предположение. Так, а как нам... А, все правильно, да, я иду. Нам нужно вернуться... Именно туда, где мы встретили эту бабку, которая нас напугала. Там были в шкафу маленькие шкафчики. Скорее всего, ключ нужно использовать на второй шкафчик. И там будет ключ, наверное, от
следующего крыла. Я не помню, в какое мы крыло ходили в предыдущей серии, но... По-любому, я думаю, там будет этот ключ. Что происходит? Что-то падает. Мать, ты что ли там бедокуришь? Ты прекращай. А то сейчас еще набросится на меня. Ой, а что здесь? Камни тут поставил, их тут вроде как не было. Не, я, пожалуй, подходить не буду туда. Ну, нахрен. Ну, по-любому должен подойти ключ. Точно. И, по идее, мы должны еще один ключ найти от вот этого шкафчика. Ну вот, это... От следующего крыла. Не-не-не, бабуль, иди в жопу. Только не надо меня пугать, до свидания. Спасибо за ключ. Не надо. Мне в тот раз хватило. Ну, это, конечно, жестокий прием. Потому что никто не мог предвидеть скримера. Всего лишь масло, блин. Безобидное масло. И на тебе скример. Ну, это нехорошо как-то. Это получается, мы должны еще найти ключ от архивов. Угу. Ладно. Погнали. Ведь мне сюда, мне именно сюда, походу. Вообще, я думаю, что сегодня будет последняя серия. Я не думаю, что мод растянется на 4 серии или более. Я думаю, третья серия будет последней. Я надеюсь, по крайней мере. Ох, тут здесь забывает. Черные стены. Так, подождите, наверх мы в самый последний момент пойдем. А тут что у нас? Письмецо, кто хочет, прочитает. Это что за звук был? Тут на стуле качается, мне кажется. Картина не снимается. В шкафу. Твою ж налево, и шкаф закрыт. Может, молотком? Нет, это здесь не поможет. Ну, по-любому, кто-нибудь в шкафу сидит там. Валерка какой-нибудь. По-любому, может быть, Валерка там сидеть. А почему бы и нет? Чё? О, Валерка! Да, это точно Валерка. Это его походка. А чё ты испугался? Это Валерка, он бро. Ни хрена себе. Такой роскошный зал. Повсюду всякие вот эти скульптуры. Так, а что я тут должен найти-то, ё-моё? Ради чего я сюда пришел? Опа, книга. Я что, опять должен, что ли, выдвигать? О-о-о. Или тут одна книга была? Хм. Ну, либо я слепой. Либо действительно одна книга была, да? Мужик, у тебя проблемы, надо что-то с этим делать. Задумайся, а. Хватит стоять. Короче, по-моему, одна книга была. Погнали. За Валеркой, он там что-то ходит, там бродит. Видимо, меня ищет. Дверь заблокирована. Шикарно, чё. О, это типа кухня Валеркина, да? Он тут готовил харчи. У меня нету банки, чтобы набрать эту жидкость, да и не вижу смысла. Всё-таки кишочки. Туш подвешен. Нормально, чё, нормально. Труба. Вот это поворот. А зачем тебе труба? Да хорош кашлять. О-о-о! Это что за жизнь здесь происходила? Кто-то руками прям уперся своими кровавыми. Кого-то здесь прям... Ах, ладно, не буду об этом. Мясо не нужно. Это, видимо, Валерка ел и куда-то отошел, да? Валера, не дури. Чё это за звук?
Ты чё книгами бросаешься? Их нужно читать, а не бросаться. Я не понял, кто из книгами бросается? Покажись. Под люком. Так, ладно. Опять же, кто хочет, прочитает. Как страшно! Мужик, вылази! Хрен там стучишься, вылази, я хочу тебе помочь! Мужик там бедный застрял, видимо, в шкафу. А наш главный герой жестокий, не хочет ему помочь. Не хочет на пианино сыграть. Может быть сюда трубу вот эту как раз нужно поставить? Это здесь не поможет. Фигово, что не поможет. Просто такое чувство, что здесь как раз нужно сделать трубу. Ох, тут харкнул кровью. Дверь закрыта. У нас особо и нечем открыть эту дверь. Я понял, намек нужно потушить, да? Ну я все понял, он хочет остановить этот пар. Во, видите, его нет. А теперь он хочет починить, я правильно понимаю? Да в смысле? Это же логично, тебе пар мешал, ты хочешь починить. Разве нет? О, трутница, замечательно. Вентиль. Офигеть, я сломал вентиль. И что мне делать? А, вот труба сломанная, смотрите. В смысле негде использовать? Ты меня не пугай, я уже думал, что мне тут делать. Ну-ка, еще заново подожги. Вот и все. Теперь все работает. Я правильно понимаю? Только для чего это делать? Здесь ведь все равно вот трубу прорвало вот тут. По идее, нужна еще одна труба, если логически подумать. Я вот не совсем понял, что теперь мне делать, куда мне идти, ведь я ничего не нашел. Странно. Я вот эти светильники неспроста проверяю. Я ищу, может быть, какой-нибудь из них можно будет повернуть. Вроде как все можно поджечь. Подождите, стоп. Нужно убедиться, что здесь все-таки одна книга. Или может быть мне еще раз нужно ее выдвинуть. Вот. Ага. То есть до этого это не работало, потому что вот эта вся система там была сломана, мы ее восстановили. А вот что мы открыли? Вопрос. Может быть дверь? Нет. Ого! Вот это поворот. Чё за фигня происходит? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ключ. Это ключ как раз от этого опять же маленького шкафчика. Валера, здорово, братан, я не буду прятаться, я с тобой друг. Лови пластинку. Да хорош, не махайся, Валер. Прекращай. Да почему ты не бегаешь? Он тебя сейчас же шлепнет чем-нибудь. Неужели он более-менее побежал, а? Все равно хотя, наверное, сейчас догонит меня. А нет, вот тут он меня не догонит. Валер, извини, нет времени с тобой угорать, мне нужно идти. Что я должен прятаться от Валерки? Он бро на самом деле. Он хороший человек. Валя. Так, теперь, ё-моё, это теперь сейчас нужно нам возвращаться к той бабке. Использовать ключ на этот маленький шкафчик. Получим ключ от архивов. Потом в итоге пойдем в архивы. Блин, как же здесь все это долго и запутано. А так, я могу допрыгнуть? О, могу, наверное, могу, ну-ка.
Жалко. Я думал, он на фонарь запрыгнет. А с фонаря я на лестницу запрыгну. Не, ну, в принципе, если вот так подумать, мод мне уже понравился. Но в нем все-таки что-то есть, несмотря на то, что вроде как он стандартный. Было пару скримеров, как говорится. Но все же, прикольно. Да какого хрена, что-то там все время падает? А, тут эти камни, походу, падают по 500 раз. Кто-то их здесь строит, видимо. Я ушел, он тут начинает опять стену строить. Это бабка, видимо, тут, наверное, подрабатывает. Открытый шкаф. Здорово, Валер. Так, используем ключ и... Ну, это логично будет. Архивы. Что же еще может быть? Кто-то ходит. Нереально, там кто-то ходил. Это, наверное, этот мудак здесь гуляет. Облизлый. Не, ну как раз все идет к финалу. И вот мы сейчас идем в архивы, и по идее все, нам больше некуда идти. Больше нет дверей. А, стоп. Точно, я и забыл. Ну-ка. Во! А то до конца проходил бы с этим. Ну это, конечно, все красиво, все приятно, так хорошо прям, но я боюсь, что YouTube скажет, мол, братан, надо тебе наказать за эту музыку. Погнали в архив. Акт третий. И как это слово переводится, вообще понятия не имею. Ну а что так темно? В чем суть вообще здесь, мне вот интересно. Попали мы в библиотеку, и типа он хочет узнать правду, что здесь происходит, видимо, да? Здорово, Санёк, как твои дела? Нормально поживаешь? Чё у тебя с глазом? А, всё нормально. Мне показалось, у него один глаз, прям терминатор какой-то. Но здесь светло, кстати. Подозрительно прям. Троутница. Опять этот крест перевернутый. Явная отсылка к этому Аутласту второму. Кто-то зывает, что происходит здесь. Возьми ты отрезвин уже, грёбаный ты инвалид! Молодец. Тихо, стул не дури. Можно сломать как-то. Ну, молотком... Конечно, молотком это не сломает. Не знаю. Это какая-то пила нужна. Чтобы распилить вот эту решетку. Давайте внимательно все осматривать. Опа! Ну я же говорил. По-любому будет где-нибудь такая загадка. О. Текстуры из пенумбры, насколько я понимаю, вот этот электрощиток, вот эти вот канистры. О, только не надо скримера. А что такая радостная музыка? Прям что-то мне это не нравится. Прям реально подозрительно. Хоть стишок здесь написан. Здорово, мать! Что тебе нужно положить? Я хотел... Хочу, чтобы ты вышла за меня. Натуры. Что? Ключ? Свобода? Или как переводится, freedom. Мать, что это значит? Я тебе кольцо дал, ты мне ключ дала. От квартиры, что ли, своей? А кинжал, если положу? И кинжал можно положить, ты угораешь?
Масло, вот это хорошо, мать. А если вот это? Говно. Офигеть. Опиум. А если отвертку? А, отвертку нельзя. Иглу. Можно. Натрезин логично будет. Понятно. Понятно все с этим. Ну, лампу положить нельзя. Молоток. Ну, понятно, в общем. То есть, я... В любом случае, это не секрет, я в любом случае должен был сюда попасть. Потому что, как я ключ бы еще достал вот этот? Прикольно здесь, очень прикольно. Мне понравилось. Ни хрена себе, сам по себе задвинулся. Что-то упало. Подождите, а с той стороны мне... Что происходит? Сань, объясни, что происходит. А этот, ну-ка. Поджигается. А, и здесь дверь открыта. Ну ладно, пофиг, пойдем сюда сначала. Ага, я вижу, вон. Это типа лифт поломанный, и там... Этот, как его называют? Картридж или как он там? Я не помню. Сюда мне не пролезть. Что-то нужно... Лом, я не знаю, может быть, подойдет. Или труба какая-нибудь, чтобы он поддел ее. Ну, нам в любом случае сюда идти. Может быть, конечно, можно окно выбить. Хотя зачем? Там цветы вроде как, и больше ничего и нету. Ну, что-то много проходов, я прям запутаюсь сейчас нафиг. Так, подождите. Лифт. Ага. Механизм заблокирован. Нельзя воспользоваться лифтом. Да хватит уже, а, я понял, все. Теперь мне будет уши жужжать. Заблокировано. Ага. Вроде как эта дверь открывается, но что-то сзади мешает. И в итоге я сюда пройти не могу. Ладно, тогда идем в другую сторону. Как-то спокойно здесь, странно. Так светло, прям приятно. Но очень подозрительно. По-любому какая-нибудь херня произойдет. Ага, все, я понял, где я нахожусь. Тут все по кругу, в принципе, идет. О, опять Санька. Санек, здорово, какие дела? Где мне ключ взять? Или что мне нужно найти? Лом, я не знаю, там, трубу. Завал? А чё за звук? Сюда кто-то идёт. Там что-то сломал дверь, и сюда кто-то идёт. О, там что-то есть. Труба как раз. Ну, я понял, куда ее использовать. А кто там приперся-то? Там что-то кто-то сломал. А ну, выходи. Кто бы ты там ни был. Ай, да ладно, пофиг, побежали. Опа! Санек! Здорово! Сашка, как твои дела? Чё ты обосрался? Это Сашка! Местный дурак. О, у меня, видишь, какие проблемы. Саня, прекращай. О, блядь. Ни хрена себе, это Копперфильд. Все упало, пропердело, все сломало. Охренеть. Что ты мне шепчешь, а? Что ты мне шепчешь? Что ты от меня хочешь? Ох, я прям обосрался. Ну ладно, немножко с другом соглашусь. Не ожидал, что книги полетят в меня. Чё-то Сашка дурит. Видимо, он обиделся на меня, на то, что я ему сказал, что у него проблемы. Ну а чё, у него реально проблемы. Нужно быть объективным. О, а может быть, труба здесь подойдет? Нет, это здесь не поможет. Стоп, я забыл. Саня, объясни, где это находится? Где я видел картридж? По-моему, здесь. Да. Именно здесь. И вот он должен поддеть. В смысле это здесь не поможет? Дебил. Признавайся, ты дебил или как? Ты уверен?
А я вот что-то как-то сомневаюсь. Мне кажется, именно так должно это работать. Может, отвертку приделать? В конце, чтобы труба была. Но это здесь не поможет, он говорит. Но это ж моргает. Это должно работать. Это здесь не поможет. Ну вот же. Как? А куда тогда? Непонятно. Подожди, может где-нибудь здесь можно отломать трубу? Я должен как-то вот... О, я вижу там письмо. Как минимум. Подожди, а куда тогда нужно использовать трубу? Интересно, девки пляшут. Где Сашка? А чё тебе надо? Сань, надо... Как страшно. Это вот тебе должно быть стыдно. Над тобой смеются, не до мной. Именно над тобой, что у тебя проблемы. А, он дверь вот тут сломал. И что я должен тут найти? Письмо. Ага. Я ничего не понял, что там сказано в этом письме. Атик. И чё? Подожди. Закрыто. Ух, тут завывать сразу начал. Это вообще заблокирована дверь. Ни хрена тут заросли. Ничего себе! Здорово, мужик! Ты чё, Сашка на того поиздевался, убил тебя за то, что ты его оскорбил, что у него проблемы, да? Блять, обгорел весь бедный. Ну вот! Сюда нужно вставить второй картридж! Конечно же, он написал, наверное, мне нужно найти второй картридж, ну ты дебил! Там он был! Я тебе открою секрет. Чего? Там черепа, голова чья-то. Какая жесть. Короче, я, насколько понимаю, нам нужно теперь идти назад. Ёж твой налево. И сейчас он по-любому трубой достанет. Вот прям гадалки не ходите. Почему до этого нельзя этого было сделать? Я вот просто не понимаю. Какая разница? Логика амнезии. Да, Санёк? Ну давай, удиви меня, дружище. Как тебя там звали, я уже забыл. Удиви. Давай. В смысле? Нет? А, я не туда использовал, наверное. Я понял. Нужно было дотронуться до решетки вот этой сраной. И теперь он записал у себя, что нужно как-то достать. И все равно не достает. Ты что, издеваешься? Твою мать! Какой ты валенок просто, а? Какой же ты дурак, а? Это можно было сделать раньше, на самом деле. Я тебе открою секрет. Здорово, Сань! Чё тебе надо? Ой, по-моему, сейчас скример будет. А, не. Все нормально. Может, тут решетку сломали? Нет, не сломали. Труба осталась. Вот, может, он теперь хочет сломать трубой? Нет. Ой, господи. Просто такой валенок наш главный герой, а. Сначала нужно было ему узнать о том, что нужен второй картридж. Потом нужно было дотронуться до решетки. А уж потом только использовать трубу. Логика сотого левела. Иди ты в жопу своей задницы голый. И чё? Я сдох? От чего? Угораешь, что ли? Где я? А чё я здесь делаю? Как я мог сдохнуть от этого?
Он вообще ко мне стоял спиной, Карл! Спиной! И что, он там, типа, дотронулся, его достоинств и сдох от этого, офигел от шока. Ё-моё, это ж проблемы настоящие, типа. Я надеюсь, сейчас его не будет? Или он будет? Не, ну тогда я подходить вообще к нему не буду, раз он вздыхает. Так не... Это где логика? Как можно сдохнуть от этого деда? Сашка, чё ты дурит? Ты только не вставай, не вздумай. Ага. Что-то я открыл. Мужик, дай топор, а? А что я открыл? А, скорее всего, вот эту дверь. Вот эту, да? Нет. А чё у нас за ключ? Freedom, свобода. Может, лифт теперь работает? Потому что кто его... Не буду я подходить. Пошёл он в жопу, в этот Сашка. Не, лифт как не работал, так и не работает. Опа, письмо. Я его как-то не заметил. Я думаю, оно уже давно здесь было. Просто я его не заметил. Ой, обосрался Сашку. Сашка дурак. Подожди, а тут заблокировано. Зачем я сюда иду? Так, надо подумать, что мы открыли. Что мы могли открыть? Да что ты обосрался? Ты его даже не видел. Тут лифт. Лифт не работает. А-а-а! Ни хрена себе, дверь открылась. И книга, и чё? Я ради книги сюда пришел, что ли? Вот только не говорит, что это конец. О, что-то там читает книгу. Что? Что за наркоманская книга? Что у тебя аж глюки пошли от нее? Ты охерел от книги аж. Так, вопрос. Куда мне теперь? Может быть, мне назад нужно идти? О-о-о! Вот это его понесло, аж скатился нахрен вниз. Чё такое? Ну там Агриппа был. Агриппа нормальный мужик, просто немножко двинутый. А так нормальный. Чё ты его обосрался? Какой главный герой? Во-первых, тупой в этом моде, это раз. Тупой вообще, вот напрочь. Во-вторых, what the hell? Что? А что с библиотекой произошло? Она вообще совсем другая. Книг вообще нету. Здесь что, цыгане что ли побывали? Книги украли все что ли? Стулья кто-то сложил здесь. Офигеть. Вообще, это совсем другая библиотека. Какой-то кошмар здесь произошел, вот что это такое. Нифига себе, он, по-моему, книжную полку отодвинул. Да! С каких времен книжные полки двигаются? А, я понял. Мне нужно вот эти камни выбить. Ты можешь выбить нормально! Я, видимо, теперь должен туда залезть, да? Ну залази. Там дверь какая-то. Ты можешь нормальных выкинуть, что ж ты так с трудом их выкидываешь? О, залез, красавчик. Конечно... Проход узкий, ну хотя ладно, нормально, может пролезть, я думаю. Под вопросом эта дверь. То есть он даже понятия не имеет, куда он идет. Какая-то дичь происходит сейчас, вот непонятная. Сашка приперся, наркомания какая-то, книгу прочитал, охерел. Это еще что? Какие-то кровати. И чё? Лифт.
Transcept Storage. Что происходит вообще? Как масло залили? Вообще в какие-то дебри ушел, а в какие-то катакомбы. А куда тут идти-то? Ключ. Давай скример, да? Ключ от лифта? Элеватор ведь приводится как лифт. Только что на одном лифту катались, и уже к другому лифту надо идти. Ни хрена себе. У нас тут что, целая это, система, повсюду лифты какие-то. Да хватит и застревать в этих корнях, а? А, ну тут по-любому нужно молоток использовать. Это прям гадалки не ходи. В смысле это здесь не поможет? Ты уверен? Трубой, что ли? Или все-таки молотком? Что-то я не понял. Ну, отвертка, может? Это здесь не поможет. Ну, это понятно, тут доски мешают, бессмысленно использовать ключ. Кто-то шептать начал. Помните, какая-то сейчас херня произойдет, да? Так, а куда же тогда идти? Может быть, я должен в лифт вернуться? В натуре. Мы сюда пришли ради ключа. Но в чем проблема? С помощью данного этого молотка или трубы можно было сломать эти доски. А зачем мне назад? А можно еще куда-нибудь приехать? Давайте попробуем еще на ту же кнопку нажать. Ага. Хотел сказать, в то же место приехали, но нет, это другое. Что происходит? Руку скинули, что ли? Ой, и ты обосрался, я тебя умоляю, ну рука, бывает. Потерял мужик руку, чё, чё здесь такого? Нам нужно что-то вставить. Ключ, может. Точно. Походу, мы запустили... лифт. Ага. Ну, кто хочет, прочитает. Вроде как все. Двери открылись? Открылись! Все, лифт работает. Блин, прикольный лифт, кстати, сделан. Такой заросший прям. Видно, что им там лет 100 уже не пользовались. Вот только что я как дурак катаюсь на этих лифтах. Куда в итоге мы придем вообще? Это что это такое? Чё это за говно? Как пружина или веревка, хрен поймешь. Ох, сколько здесь черепов. Это прям ад какой-то. Мы в самое сердце ада пришли. О, Валера, здорово! Как тебе попасть? Так, письмо. Кто хочет, прочитает. Тихо-тихо-тихо, меня ж подлагнуло. А, пути назад у меня нету, все, завал. Я понял. Так, тихо, не обсирайся. Что он хочет от меня, этот черт, я не пойму. Опа, кость. Да возьми же ты! Ох ты, инвалид. Ты можешь взять нормально? Да что? Как ты не достаешь? Нах ты собака, ладно. Может, тут тоже где-то есть кость?
Я понял, то есть нужно две кости найти, слева положить и справа. Но где еще одна кость? Ну-ка давайте посмотрим внимательно. А, вон, вижу. Ни хрена себе ее засунули куда. Камень можешь какой-нибудь взять? Вниз? А, он не хочет туда идти. Ну, я бы тоже не пошел. Там вообще, смотрите, ни хрена не видно, что там внизу. Камень какой-нибудь можешь взять? Сраную веревку или что-то такое, не хочет он брать. Нужно камнем бросить. Во-во, стоп! Какой-то камень он захотел взять. А то обычно вообще не берет. В чем проблема? Чем этот камень отличается от того? Если еще добросит, блин. Добросил. Кость человека? Хуман ведь это. Вроде как человек. И это что ли кость человека, да? А тут, по-моему, тоже надо камнем бросить, не? О, трутница. Да нет, кстати, тут не нужно бросать. Тут... Тут нужно как-то достать. Ну как я достану, если он не дотягивается? Собака, разработчик, ненавижу тебя. Нахрена ты туда закинул ее? Что, спрятать хотел? Ее и так видно, потому что она подсвечивается. Так что спрятать, в принципе, не получилось. Весь геморрой в том, что он взять не может. Слава богу, взял! Ну ведь тебе нужна кость, разве нет? О, теперь захотел дать кость. А вторая ему, ну это логично. Ну какой же ты муторный главный герой, а? Ну и чё? О, появился какой-то магический мост. Вообще дичь какая-то. Это ещё что? Что? Мужики, это что, врата в ад, что ли? О, пентаграмма, я по-любому должен ее поджечь, да? Давай. Почему бы и нет? О, ват, врата в ад какие-то, блин. Ну что, я должен был обосраться, что ли? Ебать того в ухо! Ни хрена себе! Это Петровичи! Я их помню, в каком-то моде они были. Налетели меня, отпинали! И все что ли? Это конец? Нормально! Мужик приехал, решил посмотреть на библиотеку. Что же там происходит? И вот, пожалуйста! Не будет хэппи-энда никакого. Просто его запинали Петровичи. И наш главный герой, видимо, погиб. Ну, что я могу сказать? В принципе, нормальная модификация. То есть я не жалею, что я прошел. Есть в ней все-таки моменты хорошие. А так, в принципе, это стандартный мод. В общем, надеюсь, вам понравилась эта модификация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока!